Датой образования города является 5 ноября. Жители уже привыкли к продолжительным ноябрьским праздникам, которые заканчиваются торжеством в честь Дня города. Но юбилейные даты бывают один раз в 5 лет, поэтому и мероприятия в их честь принято отмечать по-другому. 5 ноября, как и всегда, состоится торжественное собрание. А вот в начале сентября будет организован праздник на улице города и открытой сцене. В нем смогут принять участие все желающие. 6 сентября приглашаем всех жителей и гостей нашего города на это замечательное мероприятие, которое продлится порядка 4 часов. Начнется оно в 18 часов от здания почтамта шествием представителей трудовых коллективов, предприятий, учреждений нашего города. Пройдут все в сопровождении озвучки, потому что мы узнаем о каждом предприятии, истории его создания, услышим имена и представителей этих трудовых коллективов. Торжественный митинг на площадке около здания детской школы искусств, вынос знамен, гимн – все в рамках традиции. Новым станет создание исторической картины 50-летнего Уварова с рассказом о предприятиях и учреждениях, внесших значительный вклад в развитие и процветание города. Особо будет выделена история градообразующего химического завода, который является ровесником города. Этапы становления, замечательные люди, которые приехали на работу со всех концов страны, сегодняшние ветераны труда – все это станет поводом вспомнить 50-летнюю жизнь нашего города и завода. В этом году мы впервые побывали на международном фестивале «Гончаров в Скопине», и нам удалось завязать, скажем, такие культурные связи со скопинскими артистами. Поэтому мы ожидаем приезд молодого коллектива. Надеемся, что молодежь нашего города увидит, как можно со сцены выступать юношам, девушкам, которые не стесняются это делать, обучаясь в скопинских среднеспециальных учреждениях. Конечно же, как и любой праздник, есть сюрпризы, которые будут заключаться в выступлении одного из знаменитых коллективов и праздничным фейерверком. Поэтому на вечернюю программу особенно мы приглашаем всех. Подарком, о котором упомянула заместитель главы города Валентина Кобзарь, станет выступление группы «Рок Острова». Таким образом, программа рассчитана на разные возрастные аудитории. Сентябрьская часть праздника позволит сохранить приподнятое настроение вплоть до 5 ноября, когда Уварова отметит свою золотую дату – 50 лет со дня образования. Галина Зайцева, Александр Трегубов, «Наш город». Ничего не говорит, это все.